Юбилейный год для Балаковского филиала АО «Апатит» оказался очень богатым на достижения. Свое 45-летие предприятие отметило не только многочисленными социальными проектами, но и рекордами производства. В этом году есть чем гордиться. Мы закончили очередной этап реконструкции программы нашего развития. То есть это программа «Плюс 100». В этом году мы выполнили реконструкцию ФК-4 и закончили реконструкцию СК-17. Я считаю, что вот реконструкция сернокислотного производства – это вообще такой проект был первый в мире, чтобы система, которая производила 600 тысяч тонн в год, буквально в течение остановки на капитальный ремонт, после его пуска стала производить 1 000 000 тонн в год. Такого в мире не делал еще никто. Я горжусь, что именно здесь, на Балаковской земле, вот это событие произошло. На торжественном собрании, посвященном 45-летию Балаковского завода, подвели итоги 2018 года. Генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Курьев отметил, что удобрения, производимые на предприятиях компании, экологически чистые, потому что вырабатываются из чистого сырья, апатитового концентрата. И это ценят как аграрии нашей страны, так и всего мира. Сегодня каждая третья тонна минеральных удобрений, проданная российскому аграрию, произведена компанией «Фосагро». 2 110 000 тонн продукции произвело предприятие. Это абсолютные рекорды. Компания четко знает, что нужно делать, знает, куда идти, знает, какую продукцию производить. И главное, обладает самым важным и самым необходимым ресурсом, который только есть. Это люди. Действительно, сложно переоценить роль работников, которые, выполняя свои задачи, вместе делают одно большое общее дело. И уже по традиции особо отличившихся сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит» наградили на общем собрании. В число передовиков попали 14 человек. Я подаю осветленную воду на завод, на предприятие непрерывно. То есть, если я не буду исполнять свои функции, завод остановится. Новость была, я не знал, что меня награждают. Мне на той неделе позвонили, сказали прибыть в парадной форме. Начальник цеха железнодорожного транспорта Федор Горюшкин за большой личный вклад в развитие предприятия, высокие производственные показатели и достижения, а также по итогам работы за 2018 год, был удостоен звания заслуженный работник «Фосагро» с вручением серебряного знака «Фосагро». Доверие большое, уважение. И все остальное, все это мы старались, шли к этому. Но то, что эта награда будет, ну, можно сказать, неожиданность. В 90-м году я пришел машинистом тепловоза, потом потихонечку был и машинистом-инструктором, и начальником депо, и зампотех. Ну, теперь начальником цеха железнодорожного транспорта. Движение с улицы зеленую, путей словно бархат путь. Даем составу многотонному, и ветер бьет в стальную грудь. Высокие достижения Балаковского предприятия в 2018 году задают темп на год 2019. В планах побить свои же рекорды производства минеральных удобрений, модернизировать производство, реализовать социально значимые проекты. Сейчас вы единый монолитный организм, который четко понимает, как развиваться. И самое главное, вы четко понимаете, что у вас в основе. В основе у вас забота о детях, о семьях, работающих не только на территории завода, но и самое главное, что вы самый хороший, такой крепкий партнер, друг для всех жителей города Балаково, Балаковского района. И уже сейчас в Балаковском филиале АО «Апатит» идет разработка новых инвестиционных проектов, реализация которых начнется в 2019 году.